Вечер субботы обещает стать приятным для всех ценителей хорошей музыки. В столице Чувашии состоится концерт известного музыканта Алексея Балашова. Он будет выступать вместе с нашим камерным оркестром. Юлия Важенина отправилась посмотреть, как проходит репетиция. Он появился за 3000 лет до нашей эры. Первые его иллюстрации нашли еще в Древнем Вавилоне. И он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самый сложный музыкальный инструмент. Говорю я о предке гобоя. Со времен барокко композиторы считали его самым лучшим сольным музыкальным инструментом. Они ценили его за выразительное звучание, сильно напоминавшее человеческий голос. Инструмент с необычной и долгой историей. Он обладает нежным и ласкающим слух звуком. Гобой по праву занимает одно из главных и значимых мест в оркестре. Бах, Гайден, Моцарт, Шуман. Без гобоя сложно представить многие произведения этих великих классиков. Он очень сложен, очень сложный и механизм, но еще особенность гобоя – это, безусловно, трости. Вот, мы играем на тростях, которые тоже все время меняются в зависимости от погоды, от каких-то погодных условий, от влажности, от сухости. То есть вот, очень капризные именно и трости, и сам инструмент. Виртуоз гобоя, так называют в музыкальном мире Алексея Балашова. Вот уже 21 год он не выпускает гобой из рук и не представляет себя с другим инструментом. Гобой – это просто, можно сказать, продолжение меня. Это мой самый любимый инструмент, ничего ближе для меня нету. И этот инструмент абсолютно удивительный. Он удивителен тем, что он как бы подражает человеческому голосу. В репертуаре у Алексея около 300 сочинений, написанных для гобоя, от музыки барокко до современных авторов. Вивальди, Альбинони, Марчелло и Беллини. В эту субботу ценителей ждет итальянская музыка. Музыкант исполнит и знаменитые произведения Паганини гобоя Антонио Паскулли. Они сложны тем, что автор при их исполнении использует прием перманентного дыхания, одновременно вдыхая и выдыхая, создавая ощущение непрерывного звучания. Женина, Сергей Адушкин, Республика.